Всем привет на канале Олдач. Мы сегодня у нас очень-очень рано. Еще даже нет 6 часов утра. Но мне прислали вчера ссылку о том, что в районе города Дегендорф, здесь в Баварии, в маленьком городке Платлинг, из дурдома сбежал рецидивист, убийца, 24-летний, который 3 года назад, живя в лагере для вот этих вот мигрантов, беженцев и нелегалов, нанес множественные ножевые ранения своему соседу по комнате и убил его. Того спасти не смогли. Его потом взяли под стражу, начали дело. Оказалось, что согласно вот этим вот судебным асессорам, как Гутахта, вот слово такое-то, асессор, согласно подтверждению этого асессора, он оказался невменяемым. Его закрыли в психиатричке. Но тут есть такая вот фигня. Если, к примеру, вы привыкли к тому, что в психиатричку закрывают кого-то без права прогулок, экскурсий и так далее, нифига подобного, граждане. Не, тут он гулять может со своими вот этими сопровождающими по городу, где-нибудь на вылазку куда-то там пойти, там, ну не знаю, что-нибудь купить, да? Вот так вот. Вчера его водили по городу Платлингу, чтобы он посмотрел на жизнь, на людей, может быть, все-таки понял о том, что хорош косить под идиота, можно все-таки отсидеть свой срок и потом выйти нормальным человеком. Ну, по немецким понятиям, нормальным человеком. Типа они каждому дают второй шанс. И пока вот они с ним гуляли, он сбежал. Естественно, полиция дала тревогу, начали его искать. Раскидали через все телекомпании, через все радиостанции, через все интернет-ресурсы его фотографию. Красавец мужчина, 24 лет возраста, убийца. И сказали, что не вздумайте где-нибудь на дороге, если кто-то будет вас тормозить, так голосовать, останавливаться, подбирать кого-то, потому что это может быть чревато для вас самих. Вот, еду я на работу сегодня, слышу сразу же первое сообщение в 5:30 утра. Полиция взяла этого гражданина в том же Платлинге уже среди ночи. Бежать куда он не знал, потому что, ну это ж не африканская саванна, где можно рвануть, блин, и бежать сотни километров. И тебя фиг кто догонит, еще пространство будет дофига, и территория огромная, неизведанная. Здесь он не знал, куда бежать, он спрятался за кустами около какой-то детской площадки. В общем, его накрыли, его поймали, все, отбой тревоги, Нико, можешь спать. А мы с вами продолжаем наслаждаться летом, продолжаем наслаждаться отличной погодой. Ну и, конечно же, новостями у нас на канале. Да, кстати, есть маленькая опция. Если вы не желаете, допустим, сидеть, ждать какого-то выпуска, который запланирован у нас на канале через неделю или через 2 недели, вы можете свободно подписаться, стать абонентом платным на нашем канале и смотреть те выпуски, которые запланированы для всех, уже сразу, после того, как вы внесли плату через вот эти вот ресурсы Google или YouTube. То есть вы сокращаете себе время ожидания для просмотра наших видео-новостей. Имейте в виду. Ну а для желающих поддержать наш канал, стать спонсором нашего канала, ссылки под каждым видео на ресурсы, через которые можно закинуть донаты, чтобы мы не худели и были постоянно полненькими, жирненькими, сытыми, упитанными и довольными жизнью. Ну, всем удачи, не болейте, пока.